думаю, что любое расхождение, любое расставание – это очень болезненный процесс. Потому что наступает какой-то момент, и ты понимаешь, что связи с кем-то у тебя нет. И ты должен опираться только на собственные силы. Ты должен собраться и создать собственную промышленность, собственную экономику, собственную армию, собственную денежную единицу, без которой нельзя. И мы выстрадали свою независимость, потому что жить без законов нельзя. Это опасно и для человека, и для государства. Мы сейчас живем в процветающей стране, которая стремительно развивается. И все это благодаря тому, что в 1995 году мы приняли Конституцию. Ведь Конституция – это и есть то, что защищает наши права. Если каждый гражданин Казахстана будет знать свою Конституцию, на что он имеет право, тогда у нас будет справедливое общество и государство, так как без Конституции, без основных законов не можем себя назвать светским государством. Должен быть один государственный важный документ, который все будет регулировать, и все будут подчиняться. Все будет проходить в рамках закона. Я хочу сказать, чтобы каждый житель нашей страны праздновал этот замечательный день с семьей, выезжал в город, смотрел на наши достопримечательности. Хочу пожелать каждому крепкого здоровья, большого успеха, чтобы каждый наш гражданин нашей страны был всегда счастлив, чтобы улыбался и находил себя везде и всегда.